Спешка до добра не доводит. Водители транспортных средств не всегда замечают пешеходов, зачастую не уступают им дорогу, даже видя специальный знак. Однако пешие участники движения нередко игнорируют дорожные знаки и переходят проезжую часть в неположенных местах. За прошедший период 2015 года на территории муниципального образования город-курорт Анапа зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 9 человек погибло и 14 получило ранения. Перечисленные дорожно-транспортные происшествия являются ДТП с участием пешеходов и, как правило, по вине пешеходов. Основным нарушением пешеходов является это переход проезжей части в неустановленном месте. Для водителей за нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф 1500 рублей. Для пешеходов-нарушителей штраф составляет 500 рублей. Правы могут быть и те, и другие, но лучше быть здоровым и невредимым. Приближается новый учебный год. За лето ребятишки наверняка подзабыли правила дорожного движения и стали менее собранными. Все водители курорта должны быть предельно бдительными и давать преимущество маленьким участникам движения. Отдел ГИБДД продолжает профилактические мероприятия под условным названием «Пешеход». С 1 сентября на улицах города увеличится количество пешеходов-детей. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны, ведь жизнь ребенка зависит от вас. Дорога – зона повышенной опасности в любое время суток. Главное быть вежливыми и внимательными друг к другу.